сегодня в это событие, которое мы осуществили наконец-то, потому что здесь, вот в этом общежитии в городе Северодонецке, живет 8 семей, у которых нет окон. Либо пленочки, либо фанерка. И, конечно, в таких условиях зимовать это очень сложно. И вот благодаря вот такому чуткому взаимодействию с фондом «Ридовка помогает», которые нас привезли, показали, что вот здесь есть нужно людям помочь. Мы обратились в город Калугу, есть такая компания ПВХ «Комплект», и руководители, сотрудники откликнулись и бесплатно сделали эти окна. Мы сегодня в этот день привезли. Сейчас установщики, я думаю, установят. Люди уже радуются, для них это событие. И для нас тоже, потому что мы всегда готовы видеть улыбку в эти непростые дни, когда идет война. Здесь буквально 5 километров отсюда еще продолжается битва. Можете сами посмотреть, как сейчас люди защищались от ветра, от непогоды. К сожалению, не везде сейчас успевают в городе поменять рамы, вот, и мы стараемся просто помочь местной администрации и подключаемся к этой работе. Видите разрушения, которые были в ходе боев, но ничего, совместными усилиями мы поможем и сделаем и это общежитие тоже пригодным для жизни. Вот этот Херсон. Так. Сейчас здесь проживает 8 семей, и в том числе один маленький северодончанин. Вот, мы его тоже навещали, общались с ним, его зовут Кирилл. Вот, так что надеемся, данные помощи, данные рамы будут радовать людей, и будет это приятным подарком в такие прекрасные дни. Слушай, короче, отлива только 2 метра. Нам ровно стать, что мы так будем. Сейчас угол надо завести. А второй. Не хочет сильно где-то. Работаем, вот ставим окна вот нашим соседям из соседнего города в Северодонецке. Вот, окно поставили уже, люди помогают, местные жители. Все получится, у нас все будет хорошо. Валентин, вы первые, кому поставили эти окна. Большая работа была проведена. Ну, поделитесь впечатлениями, как. Большое спасибо, Ридовка. Отцу Михаилу, что он побеспокоится за нас, волонтерам, работникам, которые работают над этими окнами. Я думаю, что будет теплее, что зиму мы перезимуем, а там видно будет. Я вам очень благодарна. Ну, я никого не открывала такие окна. Открывайте, открывайте. Вот так вот. А, что это? О. Вот форточка получается. Колечка, конечно, не пожила с этими окнами. До сюда, да, мы второй раз здесь уже находимся, в этом общежитии, в этой местности, потому что для жителей, я думаю, этого общежития самое главное то, что о них помнят, что
они не безразличны. И я думаю, что это самое главное. И поэтому зов души к тому, чтобы помогать и далее. Были привезены теплые вещи, были привезены продукты питания, и просьбы лично исполнены. И за это, конечно, хотелось бы поблагодарить все духовенство Песочинской епархии, которое помогало в этом начинании, и также жителей города Кирова за доброе сердце, за открытость. Знать должны местные жители здесь, что Киров с ними и молится за них, и всегда готов подставить плечо и подать руку помощи.